Ну что, ребят, всем раз всех приветствую. Мы продолжаем проходить метро 2033 Redux. В прошлой серии мы, блядь, много чего увидели. Не видел, посмотри, ссылка в описании на плейлист находится с полным прохождением данной игры. И вверху справа там подсказочка есть на прошлую серию, да? На прошлую или прошлые серии. И, наверное, прошлую серию, да, или на прошлые. Ну, короче, там либо две, три серии, либо одна серия прошла, да, только в подсказочках и плейлист, там тоже есть подсказочка. Посмотри обязательно с первой серии, чтобы проникнуться этой атмосферой и увидеть, в принципе, да, если ты пропустил одну серию, то посмотри предыдущую серию, посмотри, ну реально, чел, посмотри, что, короче... В общем, глянь, что там было, да, там очень интересная серия, и сегодня... Я не знаю, будет финал или нет, я не знаю, ребят, я не помню, и я не знаю реально, будет финал сейчас или нет, но мы, собственно, как вы помните, да, кто смотрел, идем на D6, грубо говоря, да, в бункер D6, и посмотрим, что будет в этой серии, да, что будет по сюжету у нас в этой игре, поэтому, Саш, подобнее, надевайте пледик обязательно. Приготовьте покушать, если кто не приготовил, если кто приготовил, то приятного аппетита, да, уже, кто кушает, приятного просмотра, ребят. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, остановимся с вами здесь, собственно. Противогазы, быстро! Так, да, посмотрим, что у нас по патронам. Ну, блядь, револьвер, как всегда, ну, понятно. Был тот красавец с дробаш брать, да? Ну ладно. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания, не всякая советская военная техника вылезет. Под ноги смотри. Тебя тоже. Ну чисто так, знаете, незначай. Осталось его найти. Ульма, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Как знал, ёбаный того тулюсь. Подожди, мужик, здесь надо, знаешь, все посмотреть. Причем обязательно все. Ну, типа, в таких играх, ребят, реально, тут прям нужно вот... Особенно, кто видел предыдущую серию, да, то и две предыдущие серии, то увидели, что мне прям, ну, прям необходимы эти ресурсы здесь. Без этого никуда. Чего? Ну, 56 секунд нормально еще. О, как с добрым утром. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. И тут, скорее, сейчас да, очень да. Жестко будет, ребят. Думаешь? Обойтись прям реально хорошо сделана игра. Прям эхо, прям, ну... Прям погружаешься прям моментально. Ну, по крайней мере, у меня так. Типа, у меня так, я моментально погрузился в эту игру.
Можно было залезть, ну ладно. Бля, я сейчас каждый углок посмотрю. Здесь ничего интересного, прицелом, погнали дальше. Let's go! Эй, Мелли, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. На тот мостик пошли. Артём, там должны быть 4 стартера. Следующий, бля, четвёртый что-то идёт, не первая. Теперь давай дальше. Четвёртая. Бля, говорит, следующая, бля, четвёртая, следующая, а не первая. Давай к нам. Ура! Слушай мою команду. Все на платформу. Пытаемся запустить систему. Давай, пуск. Ничего не выходит. Давай же, еще раз. Ай, безнадега. Проклятие. О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Пошли еще. Смотри, какие-то скважины, блядь. Жестко. Бункер, блядь. Че? Че? Ебать, там смотри, блядь. Подожди, я могу по приколу вот, вот сюда вот так вот. Ебать, смотри. Хуеть, это прям, ну, реально здоровая тема. Давай. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Да. Мельник, ты прав, там 100% какая-то хуйня сейчас, 100%. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Блядь, здесь очень... Так, это как будто бы финал, знаете? Прям вот перед финалом так только дают. Столько лута огромного. Но что если... Да, все верно думаешь, давай.
Так, Ульма, давай за мной. Хорошо прокатились, если чё. Так, здесь нам не войти. Теперь тихо. Пошли. Ключик. Аптечечка. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Заметка 2. Д6. Мы начали одну пропустили. И все-таки трудно поверить в то, что это строили люди, а не гиганты, циклопы из древних легенд. Не только я, но даже Балагур и шутник Ульман притих, когда попытался представить себе размеры этого места. Что это за секретный объект? Когда и кем он был построен? И зачем? Куда ушли его хозяева? И почему никто в метро никогда ни о чем, ничего о нем не слышал? Не слыхал. Под ногами ковер из гильз. Можно было бы подумать, что тут кипел жестокий отчаянный бой. Но вокруг нет ни тел, ни костей. Что же здесь происходит? Вот же он. Железная память, Влад. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой хинеи в армии. Заработало! Ай да оборудовали! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй небоеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Я на GPS, и что? Я на GPS? Это же винда? Проблема в том, что нам придется тут все отключить. Даже аварийное освещение. Чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Поехали. А где вот эта записка? А где записочка? Подожди. Ебать тут дают. Ну, лута, да? Подожди-ка. Ну, здесь где-то была записка. Мы заметку-то одну пропустили. Где-то здесь. Либо где-то дальше. Что точно не помню. Проклятье. Шуть за хуйня. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Блять, я уверен, что где-то здесь. Прям, блять, уверен, что где-то здесь это лежит заметочка. Либо там дальше. Скорее всего, где-то здесь дальше. Ну, скорее всего, это финал, ребят. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? А, мы все-таки спускаемся вниз, да? Ой, бодись, радиация, слушай, слушай. Здесь все очень много, да. Здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга.
обезьянника. Идите ко мне, друзья. Давай сюда! Ой, что это за хуйня? Раздача! Подходи по одному! У меня здесь радиатор прям слышится, прям нормально так. Мелинг, ты чё? Пиц, смотри, ещё он хуйня остаётся, блядь. Бать. Прям пизда. Проклятие. Бить 5 амёб. Да, амёба, блядь, амёбий. Мельник, я тебя прикрываю еще, давай. Что, мельник? Главное, короче, смотреть вот тут наверх. Какая-то хуйня, он большая. Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. А как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Ну да, по факту. Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру. Главное не есть желтый снег. Главное не есть желтый снег. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Давай, залупа. К лестнице, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Мне тоже. Нормально, чё. Артём, давай ко мне. Где ж у него кнопка? А. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Но что за бардак?
Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Это хуйня, смотри. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Давай. Сейчас или никогда. Что это, блядь? Хорошо отвлекаешь, мужик. Да ебать! Надо еще все быстро делать. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. 3/4! Ну, кисло, ну еще капельку! Ай, блядь! Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. 100%! Сейчас, ребята, минуту! Трэш. Будь оно неладно.
Лифта мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. А, то есть это будет не финал, да? Ну ладно. Опа. Заметка 4. Мы две пропустили, видимо, да? И снова мы отправляемся на поверхность. На этот раз во всеоружие. Ульман шутит. Под нашими ногами дрожит земля. Но мне кажется, я и вправду чувствую эту дрожь. После всего, что нам пришлось преодолеть, нас не остановит ничто и никто. Враг будет повержен. Обращен в пыль и пепел. Так, как мы всегда поступали со своими врагами. Одного вам не могу понять. Почему же черные не пытаются остановить нас? Не ждет ли нас засада? Дурные предчувствия, которые меня мучат, уже давно все сгущаются. На один, прикинь, на 11 минут даже целых есть у нас с тобой эти... На 11 минут у нас с тобой фильтров есть, ёпт. Хорошо, это очень хорошо. Лучше, когда они есть, знаете, чем когда их нету. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Какую-то хуйню донесет. Так еще власти хочет, да? Власти хочешь, ну ладно. Понятно. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артем... Востанкина. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, чего, храни чего? Вас. Ну, в кого вы там верите? Взаимно. Там ничего нету? Здесь ничего нет, ладно. Полагаюсь я только на себя и на вас. Человечество опять спасает. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом со Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Глава 7. Башня. А, серьезно? Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Опять, блядь! Каким прям начало у нас тут, ебать, этого я не помню. Чтоб нас прям в начало кинуло. Ебать, что? Отстань ты! Ну уже помню все это в начале, да? В начале прям помню.
все в порядке. Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артем. Не останавливайся ни на секунду. Поехали. Слева. Они слева. Теперь справа. Хуяно. Ну давай же. Блять, охуенный, блять. Револьвер здесь самый нормальный, блять, единственный. Ну какой хороший, блять. Ебать, он, кстати, прям хороший. Давай промазал. Вперед, вперед! Нет, еще прицел без лишнего, ну ладно. С первого выстрела. Да, нужно выбираться. Артём, осмотри комнату, живо. Вот ты смотришь, дядя, блядь. Вперед, вперед! Бля, 6 патронов, это очень охуенно. Теперь тихо. Пошли. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это на обложечку, ребят, все хорошо. Эй, Артём, с тобой все в порядке? Фантастика. Ульман. Ульман. Ульман, Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся. Прием. Ладно, Артём. Заметка 4. И снова мы отправляемся... А, нет, башня. Заметка 1. Шаг за шагом мы поднимаемся на башню. Мы пришли из-под земли, и мы пытаемся взять небеса штурмом. Вокруг свинцовые тучи, будто стена стоит. Ступени изъедены временем и крошатся под ногами. А ветер такой, что кожу с мяса сорвать. Кажется, может. Нас не ждут на небесах. Наше место под землей. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять.
Демоны! Прячься! Подыхай, тварь! Дожди, блядь! Тварь, ты ебаный! Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель скрыта за облаками. Вы поднимаете ее. Прием. Ладно, Артем. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. И чё, куда мне дальше, блядь? Там дверь только одна. Я застрял. Давай, поднимайся. Молодцом! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артем! Артем, Мельник, прием! Бля, Мельник, вот у нее. Чёрт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Бля, ну нет. Трэш. Давай, ладно, Мельник. Бля, ну нет, ну Мельник, давай ты не будешь хотя бы, да? Ты... Сильно, мужик, давай. Ну, мы справимся, мужик. Мы справимся, блядь. Все хорошо. Ладно. Да дай выйти-то! Куда дальше-то, блядь? Вот и забрался. Получается, мне вот сюда, да? Чего, блядь? Ну же, Артём! Нет, не полепту, по этой теме идти. Нет, там вряд ли сюда. Я уверен, что... А, вот, блядь. Ай, звуки Он несет смерть. Отстань. Артём, это Ульман. Прием. Он пришел истребить нас. Артём, прием. Слышите?
Слышим, слышим. Держите, ребят. Разметочка. Ой, блядь! Давай, ну забери, забирайся, забирайся. Пать. Так, куда дальше мне? Куда дальше там, блядь? А, тут лестница была, ну все. Остановите его. Уничтожьте его. Отстань. Артём, прием, слышите? Слышь, слышь, блядь, что-то какой-то пиздец происходит. Давай быстрее, мы должны добраться. Все, что, блядь. Нельзя позволить ему. Отстань! Мы уничтожим его. Отстань, блядь. Тебя сюда не звали, блядь. Давай, ну, блядь, Артемка, давай. Я уверен, что вот это, смотри. Прочитано. Или не это. Нельзя позволить ему. Кипися. Отстань от меня, блядь. Все-таки финал, ребят, да? Все-таки финал. Нельзя позволить ему. Сдавайся.
Иди нахуй, пожалуйста. Уничтожьте его. Артём, скорей. Он пришел истребить нас. Не в пезду, блять. Давай, мужик, ебаный твой. Блин, что это вообще происходит здесь? Уничтожьте его. Что здесь происходит вообще? Иди в пезду, блять. Он пришел истребить нас. Уничтожьте его. Нельзя позволить ему. Уничтожьте его. Да иди в пезду, блять. Что-нибудь у тебя ничего не получится, блять. А теперь не прошел? Да, я так и думал. Поехали. Сейчас на изяк пойдем, смотри. Я просто что это такое вообще, бля, я не помню этого. Жестко хуйня. Сначала сперва меня догони, ёбаный ты, блядь. Сдавайся. Остановите его. Да отсосёшь ты, ёбта, блядь, говорю тебе. Кот останавливать собрался. Кот останавливать собрался вообще, блядь, ну. Все хорошо, ну ты заебал повторять одно и то же. Врагов надо истреблять. О, да ну нахуй, да ты. Нельзя. Спартане за 1033. Захват цели завершен. Обрети. Все, это финал. Вылетело! Принимайте посылочку! Финал, ребят, финал в этой серии. Короткая игра, кстати. Довольно коротенькая игра. Но прикольненькая. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей.
я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Бля, охуенная игра. Атмосферно. Жалко, что коротенькая, конечно, но... Но атмосферно, ребят, реально. Спасибо, ребят, за игру. Спасибо команде за игру. Что могу сказать насчет игры? Игра очень атмосферная. Она, да, коротенькая, жалко, что коротенькая. Вот. Но, как я знаю, там следующая должна быть подлиннее, по идее. Вот, но атмосфера прям... Вау. Классная игрушка, реально, классная. Классная игрушка. Стоит ли проходить? Да, стоит. Пройти стоит 100%. Да, тут графика прям не очень вау, да, скажем, ну, нормальная. Но сюжет прикольный, да, прикольный. Прям, ну, мне понравилось, реально. И эта игра в любом случае стоит уже на полочке, да, там, рядом со Сталкером, с The Walking Dead тоже, да, которому прошли ссылочки, кстати, в описании находится, да, на все 4 плейлиста. Да, которым там 4 сезона, мы их уже там прошли. Ну, не прям, может, давно уже, да, но... Ну, только... Нет, недавно, недавно. Мы только-только недавно прошли с вами The Walking Dead, тоже атмосферная игра и очень классная такая. Вот. Блин, мне понравилось. Напишите свое мнение в комментариях об этой игре. Как вам, в принципе, да? В принципе, игра, кто играл, кто смотрел. Мне очень понравилось. Спасибо, ребят, за просмотр. Спасибо, что вы были со мной в этом приключении классном, да? Реально, для меня это очень ценно. Спасибо огромное. Я, ребят, серьезно, я каждую вашу поддержку вижу. Это для меня реально очень ценно и приятно. Спасибо. Бля, вот такая игрушка у нас была на прохождении метро 2033 Redux. Очень короткая игра, но очень атмосферная и прикольная игрушка. То есть, наслаждаешься прям многим, реально. Прошли с вами на, ну, не прям жестком, да, но на сложности Спартанец. То что же такое, знаете, хардовая, скажем так, сложность. Вот. Бля, прикольная игрушка. Но, повторюсь, эту игру я проходил в оригинале, в любом случае. Вот, а Last Light и Exodus я не проходил вообще и не смотрел, да, я не смотрел. Да, Last Light, может быть, что-то видел мельком, но в целом нет. В целом я не смотрел Last Light, вот называется, да, и Exodus. Поэтому, ребят, все еще впереди. Все еще впереди. Напишите в комментариях, стоит ли пройти, я думаю, стоит. Вот, спасибо за просмотр, такая игрушка была. Спасибо за то, что побудете со мной в этом приключении. Прикольно, классно. Напишите в комментариях, какие бы игры вы хотели, чтобы я прошел. Было бы интересно почитать. В принципе, все, ребят, спасибо еще за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте.